8-летнему красноярскому художнику с диагнозом ДЦП помогает все больше людей. Количество заказов в его интернет-магазине растет с каждым днем. И речь не только о красноярцах и жителях региона. Накануне поступил заказ из Москвы. Родители учеников целого класса одной из столичных школ хотят приобрести для своих детей сувениры с Толиными рисунками. Сюжеты о нем показывают даже федеральные каналы. Сегодня, кстати, в эфир должны выйти новые материалы. Напомню, Толя Катсон стал первым героем нашего масштабного социального проекта «Дари добро», который стартовал летом. Цель проекта – показать попавшим в непростую жизненную ситуацию людям, какие возможности открываются перед ними в век цифровых технологий. Мы готовы рассказать, где и как можно найти необходимую поддержку, отзывчивых друзей и даже начать зарабатывать благодаря своему таланту. Папа с мамой продолжают развозить подарки, потому что заказов очень много, и мы в этом помогаем, там, предоставляем там, транспорт, водителей, людей, кто развозит эти все подарки. И вот сейчас, конечно, главное, с чем нужно справиться, это, конечно, с почтовыми отправлениями, потому что заказов из регионов, особенно из Москвы, уже очень много. 12-миллионный город, понятно, что добрых людей в нем немало. Вообще посещение вот такое международное, мы вот сегодня подсчитали порядка 50, география посетителей сайта порядка 50 стран мира.